Привет. Всем доброе утро Утро, или добрый день. Утро наступило. У нас сегодня зимой, зима пришла. Как в плане пришла? Замело? Замело. Я даже, Саня, не отгребался сегодня, а это... Откапывался. Не знал, невозможно выйти, у меня фотография где-то есть. Жаль, тут нельзя прикреплять. А у меня очередь была, и я утром проснулся рано, выглянул в окно. А очередь-то надо сдавать. Я говорю, опа, дай-ка я быстренько пол помыл. И все, лопа, медаль перевесил. Подъезд мне? Не, я, опа, быстренько сдал. Саня, опять обманул. Ну, привет, здорово, мужики. Ижевск тут у нас тоже. Ижевск, здорово. Зашел чайку попить, а Саня такой заходит тоже. Давай, говорю, с пацанам поздравим, с праздником всех. Всех с праздником, ребята. Рождество, потом что там? Почему? Католическое Рождество. Погоди-ка, Валь, потом поговоришь. Мы уже в прямом эфире. Нас выгоняют из бара отсюда. Но за наши эти убеждения политические. Вологда, привет, ты читай этот чат, я буду рассказывать, что у нас происходит. Я не вижу нифига. Что ты очки сегодня надел? Мне очки раздали на ногу. 273 человека, добрый день. Сегодня у нас последний день праздников. Будь они неладные, эти праздники, лучше в мае нам государство дало, да, Саня? Че ты, плохо тебе видно? Великий Новгород он здесь. Угу. Праздники отметили замечательно. Бывал, привет, как все знаете, канал у нас разблокировали. Кто не в курсе, кто в курсе. Пойду видео сейчас монтировать на вечер, может успею залить. Может завтра будет. Не знаю. Привет. Со третьим каналом, сейчас же у нас три канала получается, да? Не знаю, что на третьем, может пока стримы буду оставлять. Пока не придумал, что туда лить, куда его, зачем. Ну пусть будет. Может, кого канал интересует, раскрученный. Пишите в личку. Договоримся за умеренную плату. Или МД регион его подогнать, они нам как раз канал сейчас сафари открывают. У нас, между прочим, в Кирове 1 марта открываться у них там. На первом этаже будут квадроциклы, всякая шляпа продаваться. В честь этого они сделали второй канал всей МД регион. И им уже подогнать раскрученный канал. Скажу только монетизацию мне оставьте с него. Там пользуйтесь. Че Саша пишут-то хоть? Да я, блин, читать не успеваю. Саня, в общем, безграмотен после праздников, что-то зрение у него село. Отметили хорошо. Елки у нас в деревне не было. Потом, что, Саня, у нас тут еще происходило? Мордобой вчера был. Девки гоняли пацанов. Он, этот, продавец рассказывает. Весело было. Я заходил, они тут гужбанили вечером. Иди, говорит, стрим заведем. Баб, сука, сидит. Я говорю, больно у вас шумно. Ну, нафиг. Они меня тут чуть не порвали. Я говорю, я пошел домой. А потом они кого-то тут набили показываться. Ну, судя по бардаку, тут было, конечно, кошмарно. Я не присутствовал. Но... Я из Чувашии, Салям. Один и тот же вопрос, где Колян? Колян же живет в село Бурмакино. Мы в село Речное живем, в деревне. И, соответственно, поселок у нас называется. Поселок. Для деревни 3 человека. Да. Из развлечений одно кафе «Уют» и библиотека еще осталась. Больше ничего нету. Сходить даже некуда. Да. Так что народ весь разъехался. И все удовольствие покидать снег. Зимой, да. Летом комаров покормить. Летом-то хоть в речке можно искупаться. Вот как здоровье, Саня? Здоровье, блин, не важнецко. Как очухался после удара ломом? Фу, я уже забыл его. А что не на YouTube? А я знаю, на YouTube мы же так тут, Саня. И на такие творческие вечера капустники проводим в баре. А, все это... На YouTube уже более серьезный подход к стримам. А здесь же так, для своих, в группе, да? Поговорить что-нибудь. Да. Только информации какой-то нет. Ростовской области. Здесь телефон так неудобно читать. Слишком длинно, не пишите сообщения. Мы их не успеваем просто почитать. Мы не успеваем, да. Уютно сидим. Снега навалило очень много. Пушки. Соседа кто-то вчера набил по лестничной клетке. Соседи — это первые враги. Надо их бить, да. Чтобы вели себя аккуратно. Салам алейкум. Ты, Саня, что, не успеваешь ничего? Малеку же он салам. Как провел праздники, пацаны? Как провел? Напился, как свинья, очки раздавили, блин. Кто не раздавил? Женщины. Женщины опять. Наступили на очки. Все виноваты. Ну как наступило на очки? В Ростовской области снега пишут, нет. Везет вам, у нас сегодня столько навалило, наверное, месячно, 2 месячных норм. В Кубани он привет передает. В Кубани хорошо, наверное. Да-да. Угу. А что вот этот засмотр посередине был? Где?
Ну, вот, ладно, будет еще такое. Из Бугульма, здорово, я там сидел, кстати. Ты в тот раз рассказывал про паровозы, где ты был, лазил про паровозы. А это Нурлат. И в Нурле уже сказали, что все паровозы Чермет сдали. Да. Но вот написали в комментариях. Там нифига наварились они. Буранару, привет. А же на случай войны, блин, там стояли. На улице что творится, покажите. Снега сейчас нет. Пошли на улицу. Так ты-то сиди, сейчас, ребят, покажем, что у нас творится на улице. Сейчас мы придем. Валя, передай привет. Здорово, пацаны. У нас, в общем, все. Трактора вон ездят. Гребут уже с утра. Снега завалило. Здесь у нас прибрались с утра, потому что бар работает с 7 утра. Ну и здесь тоже все завалено полностью. И такие... Леха Шатунов ездит с утра. Убирает весь сей снега. А так намело. Ого-го. И что, Саша, куда ушел? Я все равно тебя пропускать надо было. Встал, так уж вышел тоже за одним уж. Нам нужно с тобой это. Не только здесь стримить, на улице тоже. На улице надо. Тепло ведь на улице. У нас, кстати, не холодно. Снег-то навалило. Не успеваю я что-то ни хера. Вот так живем, я не знаю, видно было. Коля, вам привет передайте. Так, Коля, чемпион, набери там в поиске, зайди, да передай ему привет. Ты что, писать не умеешь? Или... Я вот удивляюсь, люди, да, такие, не могут лично передать. Коля не рядом. Это, знаете, такие же вот люди есть. Вон огонек какой-то нарисован, видишь, после смайлика. Когда-нибудь там, ну, живешь в одном месте, и один такой за другого говорит, и там, передай ему. Я говорю, да ты что, сам-то не можешь глаза сказать? Ты что, слышишь или что? Что ты там меня-то через меня-то передаешь? Передаст-то увидел, что ли? Такие люди интересные. Зайди к нему на страницу, да скажи, Колян, привет, ёкаламане. Да. А если тебя забанили, так тогда ему и привет твой не нужен. На Кубани нет снега, смотри, счастливчики. Кубань, так это там, житница. Ну. Там снега не должно никогда быть. Два урожая можно. У меня все да, интересно, почему у вас два урожая не садят? У вас же можно озимое садить, озимое убрать, да, на югах и посадить еще да, конечно, после них. Наверное, три урожая снимают, мне кажется. Один я ездил туда. И вот меня всегда вопрос учил, почему два урожая не садят на югах? Брянск, плюс два. Орут. Брянску тепло. Я тоже, когда плюс два еще там слякоть, эта грязь, она нахер не нужна. Подморозить градусов до 7 мороза. Вот это чистенько. А это тоже межпогодица у нас вот здесь стоял месяц. То давление, то понос, то золотуха. В спортзале поднять ничего не можешь, ломает всего. Ну и он нахер, и перепады, и давление всякие. Вымирает в середине годом, лета. С Новым годом. Вот. А в Иркутске, вот, смотри, тоже тепло, минус 8. Ну, Иркутск-то там... Так-то, блин. Где тут, где-то в Казахстане писали 28, морозило только и все. В Казахстане всегда холодно. А это вот что за смайлик? Когда накоп, это вот, вот это, черти. Heavy metal. Сазонисты у нас какие-то, приветствую. Да нет, респект называется. Респект, да, по-моему, называется. Рога сатаны, что ты? Нет, это heavy metal. Это heavy metal, а это респект. Англия вот здесь даже, смотри, хочу. Из Антарктиды опять нам приветствуют. Из Антарктиды, но... Роман... Где у них там интернет берется? А кто, блин, должен быть? Вон, видишь, тебе пальцы... А, вот это мне, да, спасибо, дружище. Тогда я покажу вам отличную фигу, сейчас я, блин, сделаю. Во, что? Такое, да, нормально. Вот кто мне показал вот это, ему вот это вот. Хрен тебе, блин. Ну, это, конечно, тоже шутка. Метели у кого-то. Мы не одни тут садим. Заметнуло. А, у нас, смотри, метет. Метет, как не метет, что обещали. Три дня будут мести. Что морозы, погоди, влупят. Георгиевский был, это под Пятигорск. У меня там этот. Костян Масенко живет такой. Дружок детства. Ну. Если, у меня что, что? Если его знаешь, канал-то привет разблокировали, ему. Да? Я с ранжирования-то поисковых систем выпал. Ну, сейчас он потихонечку подхватывает, но старые это ролики, там у меня же 500, больше 500 роликов, и, соответственно, когда до них дойдет, нам бы снег когда они было. Раскрутятся, у нас берите. Рекламкой закупился, а это что толчок такое? Каналу, наверное, дам. Должны на этой неделе рекламу пихануть. Ну, там на мёниках я заказал рекламу, со стримов надонатил. Посмотрим, даст ли эффект. Ну, я, в принципе, такую хорошую рекламу-то заказал. Я же человек уже не первый год на YouTube, знаю, какую... В стиле рекламы надо брать, где ее размещать и в каких местах, и тогда и в принципе. Так что, думаю, нормально, толчок каналу дадим, миллион наберем в следующем году. Стерлитамак, угу. Стерлитамаки тоже у меня знакомые. У меня магнитик даже мне прислали. Привет из Белоруссии всем. О, Белоруссия.
Любовь моя. Центр Европы, ты же, Саша, говорил. Белоруссия, да. Центр Европы. Задавайте неудобные вопросы, Саня, пока в эфире. Ну, только чтоб я успел прочитать. Наши вот это, прибираются, так, сейчас нас выгоняют. Да, мы сейчас... уже выгоняют, что говорит, принесли сюда. Ну, мы сваливаем сейчас уже. Тут Нефтекамск. Говорит, чай нельзя покупать. Берите водки к чаю. В Нефтекамск, я помню, для совков камазовских кузова делали. Я помню. Вике, жене, передаем привет, сколько успели там, там много имен было. Ваш канал разблокировали, да, Виктория, разблокировали. Покажите снег. Это что, из Африки? А что ты, это, перемотай, я там сейчас показал. Из Африки. Покажите снег. О, счастливые люди, да? Не, с Фейсбука все эти. Филиппинцы, да всякая фигня пишет там. И тоже я им показываю фотографии снега, так они в оморок падают. Ё-моё, они как рады, как дети. Я говорю, вы что, бестолковые? Саня, снега в Беларуси нет, приезжайте. Поедем, нет? В Белоруссию, да. Так, блин, надо столько бабосов. Да. Белоруссию еще надо загранпаспорт, по-моему, да? Нет, у нас же без визы лежим в Белоруссии. Да? Дружеские страны. Угу. А. С Владивостока. Угу. О, у меня там тоже в Белоруссии знакомые есть. Можно съездить. Я бы посмотрел, я ни разу не был в Беларуси. В Чернигов поедем, там недалеко у меня знакомая живет. Угу. Его возьми с собой на коп. Пусть едут к нам в Сибирь. В Сибирь филиппинцы приглашают. Мы копать, ребят, не будем. Мы сейчас копать будем только в апреле. Привет с 52-го комплекса. 52-й комплекс, привет. Выкладываем пока, что отсняли. Смотри, мне с Челнов, блин, передают привет. Что, ты в Челны хочешь съездить? Конечно, хочу. Пацаны, приглашайте в Челны Саню Великана. Так, не на что ехать, ребята. Вообще в тисках нищеты тут сижу, блин. Сидим. Сидим, да. Да. Сижу, блин. Я да вообще, блин, вот в этом месте, блин. Работы нет, ничего нет. 52-й комплекс, ну. В Орле вон тоже снега нету. А придет что, ребят, видите, сейчас он так нам идет, морозу. Мама, да, еще было. Будете нас вспоминать с Новгорода. Нас еще вспоминать. Сегодня, между прочим, здесь тихо. Три дня здесь такие были. Саша Бойко. Интересные товарищи. Зайдешь, кого-то только не подал. Ну и может не вечер еще. Хотя завтра. Татарстан, привет. Халям-балям. На Кубани он даже с нами приглашает. А к чему до Кубани? Там у вас казаков много, шашками порубают. Ну да, не Руси-то нас. Но... Волгограда. У нас дошло все. В Волгограде. Все. О, Волгоград. У меня, когда я в Абхазии был, а там же непривычно, мы же эти, степные жители тогда в России здесь. А там же эти все горы, с одной стороны смотрите, моря. Смотрите, пьяный, отрыжка пьяного едет. А с другой стороны горы. И вот ездишь по этим серпантинам, так давит все. И вот я пока до Волгограда мы не выехали с этих гор. И вот тогда я опять, фу, равнина вот и... Что взгляд там никуда не упираться. И вот думаю, ах, наконец-то дома. На санях, оленях приезжайте. Удачи и денег после рождения, Рождеством и с Новым годом. Да. Всех с Рождеством, православных, католиков с прошедшим, мусульман с будущим, Байрам Хуйрам. Байрам Кайрам. Тебя же, Саня, тоже. Да, он скоро. Снег валит. У нас еще пост с Саней тоже начинается. А у меня постоянно пост. У меня тоже. У нас там формально начинается. Постные пельмени без внутренностей. Просто тесто варим. Пойду сейчас ролик монтировать на вечер. Не знаю, успею ли загрузить. Сколько должен успеть вообще? От казаков защитят нас казаки, понял? Думаешь? Если мало ли что. Это хорошо. Казаки-то серьезные ребятишки. Они вату не катают, мне кажется. Не как мы тут. Ну, а мы-то что тут? Вахлаки, блин. Или кто там, как нас назвать-то, блин? Ватики. Ватики, ну. Ватики, нет, не ватики. Блин, ватики-то это и удмурты. Ну да, к чему тоже. Или подожди. Я что-то, блин. Я сегодня плохо, ребята, соображаю. Это как Баба Яга говорила, как, хоть как назовите, лишь бы в печку не ставили. Да, хоть черный. Я не могу это слово выражение. Хоть черный, извините,
черную залупу называйте, только облизывайте, да? Или хоть черную, горшком называйте, в печь не ставьте. Так вот. Много поговорок. Нижний Новгород, и хоть... копает, снега нету, прикинь, Саня. Нижний Новгород, вон, рукой распадает. О, недалеко, а что тут, блин? Ну, у нас тут замело все, и чуть, снег чуть, лежит с октября месяца. Чуть-чуть вообще проехать. Ну. В октябре мы завязали с колена в конце, нынче. В тот год, по-моему, даже в ноябре выезжали, а в этот уже не выезжали, все снега лежало. С бодуна, что ли? Ну, такая теплая зима-то была. Но снег сразу же выпал, завалило. Томатный сок в баре есть, да? Из Питера. Томат есть? Нету, по-моему, яблочный сок. Ну, бывает. Ну, в коробках может есть, я не знаю, но их не разливают. Разливают в банках? А, коробки не разливают. Тут поживают нормально, ребята. Что-то ни хера не ест. Точно, кто-то сейчас на фаршу ему хоть зайти купить. У матери кот есть, все ест. Супы, молоко, кислое. Мой ни хера не жрет. Породистый гад. Мясо только давай. Это корма. Мясо. Его самого на мясо давай сделаем. В Рязани снега нет. Улан-Удэ это что? Монголия, что ли? Улан-Удэ это там. Это буддисты. Это тувинцы у нас была целая. Здорово, Леха. У нас была целая бригада тувинцев привезли. Ой, они тупорылые. Ёкаламане, чуть-чуть за нож сразу хватается. Они вот такие маленькие, квадратные все, эти тувинцы. Такие они валенки, действительно. Ну, блин, от нации это не зависит, валенки не валенки. Да дебилы они, натурально, нету у них там мозгов. Вообще, они такие, моя твоя не понимает, иди нахер. А это просто русский язык не знают, но они по-своему там живут. Я тупые, я тебе точно говорю, тувинцы. Может, он если в России живет, так он адекватно, если они там вот приехали. Ну что, видно же, сразу же деградируют люди. Такие бараны приехали, мы сидели бы там в своих Улан-Удэ, не уезжали бы никуда. Да ну, тоже, Дима, так не надо. Это же нация, тоже. Ну я же опять субъективное мнение свое. Как я увидел человека, да, я свое представление сделал. Я с ними жил целый год. С одного человека ты ведь вывод не сделаешь. 30 человек привезли. 30? Да. Ты что, их банду я каждый день их на жизнь забирал, они постоянно с ножами ходили. Чуть ничего, сразу же резать. Горячие ребята. Улан-Удэ это Хакасия. Понял, Саня? Не Тува. Улан. А все равно тувинцы, там же у вас, наверное, тоже есть. Ну, не знаю, я вот лично от нации не делаю выводов никаких. От нации не зависит. В каждой нации есть свой придурок. Это понятно еще. Ну, нам здесь их еще больше. Лехе, что надо? Кому? Леха не знает, зашел похмелиться, наверное. Леха, нет, просто поздоровался, слышишь? Денег мне надо. Ему. Леха, что, зашел, просто поздоровался. Там буряты в Улан-Удэ это пишут, а не тувинцы. Буряти? А. Как там ваговщина? Это ну там же где-то у вас же, там на востоке. Там еще этот, как он, Саня? Тибет. Ну, это уже, блин, за границей. Да, тут через горы перелезть и все. Саня, правильные слова. Так у меня всегда правильные слова, ребята. Я ведь думаю, прежде чем говорить-то. И... Жизнь, как и нормально жить. Находки не почистили, господа. Так и лежат. Я их кому-нибудь подгоню, нахер. Гниют, да? Не, ну меня-то что просят, просто мне неохота связаться с пересылом. А так не жалко. Когда ваговщину поешь, а хрен его знает. Может, сам зайдет в гости, а может, нет, я тут созванивался с ним, пока не собираться. Он ему ближе до Бурмакина летит. Смотри, Егору при Путине хорошо живется. Ну что, слава богу. Ну. Дай бог, дай так, бог, наверное, чтобы все так жили. Наверное, Егор или милиционер, или зону охраняет. Или, может, учитель. Что там за вредная баба? Тут их много, тут все почти вредные женщины. Тут баба, вот посмотрите на меня, вот они такие вот. Вот такие у нас женщины. Ну, подстать мужчинам, видимо. Это сарказм. Да не сарказм это. Так, ну что, давай завязывать. Мы же что, вышли на 15 минут, как обычно. Да, ну сейчас. Да я зашел на минутку. Нас уже выгоняют здесь отсюда. Да, мы пойдем. Сначала помойся. Я уже помыл. Уже помылся? А что, выгоняют? Нет, меня. Это меня. Казахстаном, привет. А. Заказано, заканчивай тогда. Ну, давайте, ребята, у нас начальник скандал пришел. Опять начинается. Всем привет, увидимся. Давайте, ребят. Разбираться.